Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если ты никогда не переживал войну, одиночество тюремного заключения, агонию пыток или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь пойти в церковь, синагогу или мечеть без страха и угрозы заключения или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет и обут, у тебя есть крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире. Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и немного сбережений, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире. Если ты слушаешь это, тебе повезло втройне, потому что кто-то подумал о тебе и подсчитал все эти цифры для тебя. Ты не принадлежишь к тем 500 миллионам людей, которые не слышат. У тебя есть или компьютер, или планшет, или телефон. Когда-то кто-то мудрый сказал: «Работай, как будто тебе не надо денег. Люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль. Танцуй, как будто никто на тебя не смотрит. Пой, как будто никто тебя не слышит. И ты будешь жить так, словно на земле рай».